Доброе утро! Сегодня у нас суббота, и мы вдвоем с Лешей едем смотреть деревья, может быть, какие-нибудь там яблони, еще что? Груши. Да, все то, что приносит плоды. Да, для нашего сада. Посмотрим, там сегодня у них большая распродажа, посмотрим цены, посмотрим, что они продают. Мы решили поехать, потому что на интернете покупать никогда не знаешь, какого размера или какой сорт, может быть. Мы тут живем на севере, может быть, что-то здесь не может прижиться. Вот у нас много замерзает. У нас третью зону надо. Третья зона – это наша зона. Четвертая бывает не выдерживает зимы, а третья – нормально. А третья – это где-то минус 40 зимой, да? Да, если до минус 40 зимой, то да. Да, вот в такой вот мы американской Сибири живем. Да. Поэтому нужно так хорошо поехать и посмотреть, и там с самими садоводами поговорить, у них спросить. Ну да, с ними можно посоветоваться сразу, спросить у садовода, спросить фермеров. Сказать, ребята, что нам лучше купить? Яблони или груши? Да. Ты любишь груши? Что есть груши? Груши нельзя скушать. Такие не надо в сад садить. Так маленькие. Мы, наверное, в общем, мы вам сегодня покажем, что мы там найдем. У них большая, как называется, гринхаус? Теплица. Теплица, и да. Сад большой. Покажем вам, что тут у нас есть такое. Бергманс гринхаус. Вот он. Вот у них там и цветочки растут, и деревья. И сегодня написано вот, знаете, как у них называется этот распродажа? Голые корни. Голые корни? Голые корни распродажа. Special Saturday. Вот. Вот медведь нас такой большой встречает тут. Где можно припарковаться? А, где-нибудь. Голые корни. Думаешь, тут можно? Знаешь, у них тут есть магазин с подарками, всякие крутилки, горшки. Пойдем исследовать. Пойдем. Да? Пойдем, да, исследовать? Пойдем исследовать. Пойдем. Пойдем. Куда же ты принесла? Ну ладно, посмотрим сейчас. Сейчас мы заценим. Молодцы. Но они, наверное, маленькие. Чем они застелили? Надо узнать, что это пьет. Тоже на тарп. Еще раз. Для любителей цветов. А я хочу деревья. Мне цветы не очень. Ну смотри, какие красивые. Вот ты идешь как по ковру. Ты думаешь, что я там прошелся? Вот ящичек. Ой, очень дорого. Очень дорого. Да. Очень дорого. Вот ящик. 6 палок. Сбито. $13. Ну, это кто-то поработал, постарался. Ну, я могу устроиться на ящике тогда. Платить. А это сколько стоит? $6. $6, вот 3 доски маленьких. Очень дорого. Нет, они невкусно пахнут. Это ноготки. Эти цветочки отгоняют клещей, комаров и оленей. Тебя? И меня. Это отогнали. Красота какая, видишь? Ну, красота нормально, пойдет. Они растут, посадила, они через неделю заряли или все лето? Все лето растут. Что все лето? Они все лето цветут или они все лето просто зелененькие? Они все лето цветут. Цветут? Да. Вот и помидорки, видишь, растут. Помидоры? А сколько они стоят? Какой цене? Ну, помидоры рано высаживать. Их можно высаживать в теплицу, если бы у нас была. Вот тут кролик у них есть. Иди сюда. Его зовут Лулу. Ее. Come here. Иди сюда. Нос так шевелится. Как пуговка. Ну, спи. Солнце. Как зоопарк. А тут белый еще есть. А? Так, этот отдыхает. Вот тут белый есть. Hi, flutter bug. Hi. Baby's for sale. Галя тоже приехала за деревьями.
Аля? Кто объясняет? Рупор? Нет, это дяденька объясняет. Это Галя, приехала тоже за деревьями. Да. Здесь написано, какие деревья, сколько стоит. А что интересного может быть здесь? Ну, вот смотрите, груши все переедают. Эти зоны? Все. Но они сказали, что вот это вот, оно не очень вкусно кушать, это можно для... Варенья типа? Для компота. Okay. А вот эти вот две, то, что мы взяли, Summer Peace и Parker, это сладкие, их хорошо кушать. Третья зона. Ага. То есть до минус 40 Фаренгейта это получается. Выдерживает, да? Да, это выдерживает наши зоны. Вот это. И они помогают друг друга опылять. То есть мы взяли эти две. А здесь это слива. Зон, слива. Это слива. Отсюда начинаются яблоки. Ой, корни какие тут. Очень хорошие это яблоки. Цветет. Это индикативные яблоки. Вот это все яблони. Уже такие большие продают. Лучше такие, чем посадить какие-нибудь из косточки. Это слива. И это синяя слива. Вкусно как. Вот купили мы яблони. Две яблони, две груши. Дядьки нам заталкивает это в пакет. Сейчас повезем. Вот наши. Представь себе, у них такой один такой черенок от этого, как его? Вишни? От малины. Ага. $5. Один черенок стоит. Без листиков, без всего. Представь себе. А мы сколько посадили бесплатно? 40. Вот я сейчас иду, а Леша там сзади выезжает. Я хочу его снять, как он будет деревья туда складывать в багажник. Вот он сейчас сзади меня едет, наверное, будет затком подъезжать. Привет! Здоровенько, здоровенько. Подъезжай еще. Да ладно, там есть. Ну-ну-ну, там еще много места. Еще. Он тебе машет, дяденька. Стоп! Как может, а если засунуть, чтобы ветки не сломать? Может быть, положить так, на сиденье? Сиденье? Да. Как вытаскивать потом? Аккуратненько, да. Потом легче будет вытаскивать так ее. На эту. Окей. Может быть, хватит. Ну-ну-ну, надо, чтобы оно ветка лежало. Ага, ну все, я думаю, замечательно. Все, положили мы наши деревья сюда. Да. Вот они тут везде лежат в машине. Хорошо, что мы детей с собой не взяли, а то бы не было места. Можем потихоньку ехать. Здесь еще черешня продавалась, вишня. Но она четвертая зона. И у нашей сестры говорит, что вроде вся она замерзла, когда зима была холодная. Поэтому мы рисковать не стали. Поехали домой. Спасибо, что были с нами. Оставляйте ваши комментарии, задавайте вопросы. Подписывайтесь на наш канал, приглашайте ваших друзей. До скорых встреч, пока!